Дим, ты забил свой первый мяч в Еврокубках. Добавляет эмоций к победе? Да, если честно, нет, я к этому отношусь спокойно. Главное, что команда выиграла, неважно, я забил или кто-то еще. А добавляет эмоции тот факт, что мы именно с первого места вышли? Да, это позитивный момент и очень приятно. Завершена первая часть сезона. Какую оценку могу поставить и команде, и сам себе? Ну, в Еврокубках, я думаю, мы сыграли на отлично, потому что с первого места вышли, выполнили задачу. Вот, в чемпионате, конечно, наверное, не добрали очков, вот, но также идем в лидерах, в тройке лидеров, поэтому все зависит, опять же, от нас. Надо хорошо отдохнуть сейчас и подготовиться к следующему. Планы на отпуск? Я буду в Москве до 30-го, и, может быть, если получится, после 30-го на Новый год уеду на недельку куда-нибудь отдохнуть, еще пока не знаю, куда.